Ну что ж, день добрый, город Бендеры, 1 февраля 2017 год. На часах 2 часа 37 минут. Улица 40 лет Победы. Бывшее овощное, если вы помните. Я нахожусь сейчас на остановке, где 10-й дом. Тут когда-то был хлебный, насколько я помню. Я так сегодня необычно как-то начал. Во-первых, я сегодня приехал в гости. Так немножечко пройдусь по району. Да, и покажу вам, как у нас тают ручьи. Я очень признаюсь вам честно. Давно не снимал. Я очень сильно заболел когда-то. Смотрите, как у нас. Конечно, лучше все-таки, наверное, пойти по тропинке, по лестнице. Пойдемте. Вот такая вот у нас зима в этом году выдалась. Хорошо, что она уже тает. Что март принесет, честно сказать, побаиваюсь. Только март холодным не был. В принципе. Делаю вам такую экскурсию по нашим лужам. Да, я, в принципе, давно не комментировал, я немножечко заболел. У меня очень сильно болели гланды. Это, конечно, очень, честно сказать, неприятно достаточно. И я уже думал, что их будут просто-напросто будут у меня вырывать. Уже иду, что только я не думал. Какая тут, как говорят, погода. Сколько луж, кругом одни лужи. Пойдемте вниз тогда. Все, что осталось от зимы. Я тут недавно
пока болел, очень много выложивал к себе на страницу в Одноклассники. И заметил одну то ли параллельность. И в принципе очень много было оценок, конечно, спасибо за то, что заходите и смотрите всем, кому нужно. Заходите ко мне на Одноклассники, и я пока болел, я все-таки не договорил, и я выложил, не поверите мне, 12650 фотографий. Много ли это, мало ли это, вот. Я вам, по правде, не признаюсь. Ой. Все. Ну вот такая вот маленькая сегодня будет прогулка по улице Ленинградская. Сделаем паузу тут. Как бы спасибо всем. До свидания. Заходите ко мне на Одноклассники. Пожалуйста, там столько фотографий о нашем городе, что я, ну, мне иногда даже страшновато. Зачем столько фоток? Я обещал кому-то вот 35-й дом отснять. Вот как раз мы находимся возле него. Я не забыл, пусть потеплеет. Обязательно я сделаю ролик, сделаю видео по поводу вашего дома. Так что вы не волнуйтесь. Это все будет скорым временем. Ну, в принципе, на этом все. Всем пока. До встречи на канале.